В район поступила гуманитарная помощь. Пострадавшие от паводка населения получают гуманитарную помощь от Международного комитета «Красный крест». Семьи, чьи дома были подтоплены, смогут получить продуктовые посылки и наборы с предметами гигиены. В понедельник на пункте раздачи, организованном на территории хутора Красного майского сельского поселения, пострадавшие местные жители получили макароны, подсолнечное масло, сахар, рис, гречку, чай, муку, консервы, а также предметы гигиены. Раздачу гуманитарной помощи осуществляли глава майского сельского поселения Андрей Дацко и его заместитель Рашид Батарбиев. Сегодня мы получили гуманитарную помощь от общественной организации «Красный крест». Сегодня организована выдача этой гуманитарной помощи. Здесь отдельно идет два пакета. Один пакет продуктовый набор полный, и второй пакет это гигиенический пакет. Выдается по одному пакету на семью. Вот у нас было потоплено 24 домовладения. На каждое домовладение была выписана гуманитарная помощь. Сегодня происходит раздача данной помощи. Аналогичную гуманитарную помощь получили жители аула Ходз, хутора Кармалина Гидроицкий Гунинского сельского поселения, хутора Красного майского поселения и хутор Игнатьевский. Всего в район поступило 276 продуктовых и гигиенических наборов.